Белорусское Полесье. Говорят, здесь в незапамятные времена существовало огромное озеро, которое древнегреческий философ Геродот посчитал морем. Следы этого озера проявляются и сегодня в бесчисленном множестве больших и малых болот. Именно они отделили этот край от остального мира и смогли сохранить до сегодняшнего дня архаические черты славянской культуры. Национальный парк Припятский, знаменитая река Красавица. Даже просто дышать здесь легко и радостно. В Лясковичах Петриковского района есть где отдохнуть, пообщаться с интересными людьми. Нравится встречаться здесь и единомышленникам, которые питают интерес к народной культуре. На фестиваль в Лясковичи едут ремесленники и носители фольклорных традиций, обрядов, песен, танцев, хороводно-величальных деяний. Конечно, вот такие мероприятия, такие фестивали, как Клич Полесья, конечно, это то, что отрознивает нас в первую очередь, как белорусов. Зов Полесья – уникальный шанс прикоснуться к духовному наследию предков, которые жили в королевстве лесов, туманов и болот. И это не только белорусы. Полесье – большой регион, объединяющий Беларусь, Украину, Россию, Польшу. Сохранение традиций этих наших белорусских, полесских. И, конечно, самое большое – это вот та радость людская, радость, что люди радуются, люди стремятся к этому, все, к своим корням. Зарождалось все в 2010-м с идеей президента Беларуси дать старт этнофоруму в глубинке Полесья, где уникальная природа и богатейшая культура определили бы его успех. Начинался как фестиваль, укрепляющий творческие связи жителей Полесья, Беларуси, России, Украины. С 2014-го принял статус международный. А в 2016-м, помимо постоянных стран-участников, встречал коллективы Польши, Латвии и Молдовы. На фестивале мы впервые выступаем, и нам очень-очень-очень понравилось. Главное для души, я считаю, что это самое главное. Когда уезжаешь отсюда, как бы такие эмоции, что я не могу словами передать. Все подворья на праздники – это одна большая деревня. Улицы Полесская и Покровская, Гостиная и Каравайная – их множество. Что не улица, то сельские подворья, деревенские хаты в старинном оформлении. Внутри – приготовление блинов и хлеба, песни и танцы в национальных костюмах. А вот и тематические подворья по традиционным для Полесья народным промыслам. Возможность увидеть самобытность культуры и фрагменты старинных семейных обрядов. Вот это нам те гости, что вы за нас завитали. А у нас уже все готово. Как все были здоровенькие, как кросинки подкали, как сорочечки пошили. И как мы все здоровенькие их сносили. В рамках фестиваля проходят художественные пленеры, фотоконкурсы и фотовыставки, праздники рушника и презентации книг, конкурсы красоты «Полесская прыгажуня» и церемонии присуждения звания «Гоноровый поляшук». То, что сделали фестиваль именно для Полесья, спочатку зусім, а зараз бачите, уже не как международный фестиваль, уже из других краин приезжает. Это вельми-вельми добро, это тоже великая повага для поляшуков. Настоящая народная культура никогда не станет старомодной. Вслед за количеством участников этнофорума «Зов Полесья» растет и туристическая привлекательность уникального региона. И нам есть что показать. На Припятском Полесье более 250 объектов культурно-исторического наследия, 25 заказников и столько же памятников природы. И становятся понятными строки песни, ставшей классикой. Разумею теперь, чому звыраю, журавли на Полесье летят.